нас сим, ребята. Ночной сим. Время у нас почти 5 утра, минус 9. Начинается небольшой снег. Дорога. Ехать можно. Дорога. Скользковатая, конечно, дорога. Вот сейчас на данный момент спускаюсь сима. Смотрите. Сейчас покажу. А тормоза вообще не нажимаю. Видите? Вот мои ноги. Вот дорога. Здесь сим. То есть чисто на одном горняке. Горняк рулит, что я могу сказать. Прибытие в Уфу у меня получается должно осуществиться почти в 7 утра. Но я думаю, ничего страшного, нормально. Там просто такой момент, чтобы когда люди едут на работу, не совсем удобно там заезжать. Ну, сейчас приедем, посмотрим. Поехали. Китаец, который сейчас на встречу шел. А все из-за чего? А из-за того, что какой-то очередной торопится просто. Пошел также, получается, на обгон калейку в сторону Уфы. А втиснуться уже не смог, получается, вовремя. И вот начал двигать свой ряд. И вот в итоге, получается, сами видели, самосвал шел, то есть, получается. Вот благо вот разошлись. Так бы была ситуация обычно. Они же летят все вот эти. Москва там, не Москва, вот эти всякие регионы. Все торопятся. Валберес там. Я понимаю, сроки, не сроки, но тут вот участок дороги, по сути, вот ерунда. И они сами создают, понимаете, вот эти аварийные ситуации. И создают их вот большинство, вот большие грузовики, в которых, я не знаю, как это у нас, Саня Сараев. Если меня слушаешь, Саня Сараеву привет огромный передаю. Он их называл комбайнеры, говорит. Оля, говорит, с комбайна пересели, говорит, это самое все, говорит, там. Вот. Вот. Санек, привет тебе огромный. Комбайнеры, а что, вот, правильно вот он их называет? А по-другому никак. Я еще раз говорю, участок дороги вот этот, буквально вот, тут надо перетерпеть вот это. Прошли. Все там после Аши уже взлетка. Получается, дорога с Челябинска тоже уже большинство все сделано. То есть вот, маленький участок дороги перетерпеть, спокойно пройти и летите куда хотите дальше. Нет же, мы оставим какого-нибудь человека без зеркала и так далее. В общем, соблюдайте, ребята, правила. Скоростной режим и дистанцию, самое главное. Припарковался. Вот потому что гонять не надо. Почти 7 утра. Нам осталось 30 километров, и мы на месте. Всю ночь еду. Ну вот почему я и говорил, что надо было пораньше приезжать. Но в связи с погодными условиями так не получилось. Представляете, с трех полоски крайняя правая полоса уже занята на развязку. Жестко.
жестко, жестко, конечно. Я чувствую, там в городе сейчас вообще веселуха будет. И на эту стройку, наверное, сейчас хрен заехать. Тут так быстро все едут, ну, считайте, это трассовая полоска. И вот люди, получается, видите, занимают как бы среднюю полосу, грубо говоря, и втискиваются. Все понимают, что вы торопитесь. Но дело в том, что когда там летит грузовик какой-нибудь сзади, а вы останавливаетесь прямо на полосе с поворотником правым, ну как бы это довольно не совсем безопасно, я бы сказал. Смотрите, у него номер 002-02. ISX Mitsubishi, аварийщика поморгал, а это вроде нет. Че это? Infiniti. Все. Ох ты, там вообще все красным красно, там видно дорогу, он я в ней верят. Лезет, лезет, смотрите. В притирочку лезут, вот. Пытаются все протиснуться. Ладно, не Васики, самое то нормально. На Невасике можно вообще и по сугробам ехать. Только Нива заряженная у него. С багажничком экспедиционным. Так, такие аккуратнее, пожалуйста, так только где-то. Короче, ох, тут суета, суета, короче. Такие дела, ребята. Стоим в утренних. А что, меня там в городе ждет, в этой Уфе. Будем пробираться потихонечку. Еще видите, погода какая. Все равно у всех, как всегда, паника. Стелла Уфа. Вот. Раз, два, три, четыре. Четыре. В четыре ряда идем. Да, в следующий раз я буду максимально стараться, чтобы приехать сюда не в такое время. Ну, вот тогда с Русланом приехали 4:30 утра. Вообще красота была. Сейчас все. Пока в пробочке тянемся. Вот, смотрите, так же, как у нас в городе въезжаешь. Шаталась. Че, куда летит? Вообще ужаленная. О, посмотри, посмотри, посмотри. О, на улице скользко. Че, исполнения какие-то происходят. Там еще, короче, копы стоят. Я в прошлый раз там и, короче, это поймали. Сварить бы, а? Какие-нибудь спрятаться между какой-нибудь рядочек может, а? Может, я им не нужен, как думаете? Да я думаю, наверное, не нужен. Он самосвальчик там груженный, он едет. Они на развязочке стоят нормально, короче, мы проходим. Йо, муравейник, смотрите, со всех сторон там все. Все сюда идет. В общем, короче, та дорога, по которой мы ездили. Блин, вот это. Давайте быстрее, пацаны, быстрее, ёпта. Ну, сейчас встану я, ну все, короче. Короче, все, встал я, походу. Скользко вообще, безумно скользко. Блокировка куча.
это какая-то вот, где-то, хотел сказать, Казань, Уфа. Развязки они больно какие-то крутые. Так, что-то все, проскакиваем. Движуха с утра, я вообще просто, как бы без мата выразиться, ну просто жесть. А светофоры, смотрите, в Ёбурге такие светофоры, в Казани такие светофоры я видел. Эти полосочками, прикольно так. В общем, дождался вон там, вон вдалеке, видите, красный загорелся. Вот, сейчас вот ряд получается, наконец-то перестанет ехать. И у меня будет окошечко, радиус взять, чтобы завернуть на стройку. Вот Кирова 138 будет получается, 138А что ли, его еще на карте нету. Здесь будет три дома, сказали. Вот сваи забивают, видите, эти сваи я привез в Уфу, вот они, эти сваи, которые мы возим со Свердловской области, с города Березовск, там их изготавливают, хорошие очень сваи. А здесь вот у ребят уже кран привезли. Вон там вдалеке, видите, кран стоит? Соки рыбы. Вот это такой же кран здесь будет. Это вот, получается, как они правильно называются, напишите в комментариях. Туннели вроде. Здесь вот издательство «Белая река». А вот оттуда, откуда я приехал, там центр. Уфа какая, все строится вот новостройки, не новостройки. Развернуться мне здесь возможности не будет, потому что видите, все, кран привезли, сваи лежат. Причем сваи у них, ребята, сваи бывают, получается, как с острым углом, таким как под конус, а есть просто, как получается, тупые. Вот у них же как раз вот эти обычные сваи, видите, забиваются. То есть у них нету здесь, видите, как бы как конус. Потому что, ну, почва, видимо, такая. Сказали, забивается. В каких-то местах по две, в каких-то местах по три свая друг на друга. Но я, конечно, в этом строительстве не шарю, но как работяги сказали. Ну и вот придется мне выезжать на дорогу на задней передаче. Ну, я уж думаю, наверное, помогут, перекрою движение. Все, разгружусь и поеду на погрузку в Ашу.